Привет, друзья! Вы смотрите Банальный ТВ, с вами Турбо, с вами мы продолжаем играть в Brick Creek, и сегодня у нас обзор домов, и не просто обзор домов, мы их еще будем взрывать, друзья, из РПГ. И первое здание у нас это ювелирный магазин, давайте мы посмотрим, давайте мы сначала его осмотрим вокруг, хотя вокруг-то на самом деле осматривать нечего, но выглядит он красиво снаружи, выглядит он красиво, как бы человек постарался над его внешним видом. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Так, мы заходим, и здесь у нас пустые прилавки. Ну, здесь немножко золота какое-то лежит. Это, кстати, похоже, как в этом, как в Payday. Что-то сразу напоминает Payday. То есть я такой с оружием зашел. Руки за голову, гоните все, что у вас есть, все ваше золото. Так, ладно. А мы можем пройти дальше? Так. У нас есть специальный ключ для этих дел. Вот теперь мы можем пройти дальше. Так-то лучше. Да пройти. Давай. Так, что у нас здесь? Дай-то пройти. Так, здесь у нас какие-то подсобные помещения. Здесь у нас, видимо, сидит, возможно, охрана. Кстати, здесь есть детонатор. Мне кажется, он не работает. А, это просто отсоединился. Упс, монитор сломали. Так, здесь тоже у нас сидят какой-то персонал. Там что-то, кстати, написано. Там клавиатура, да? Да, смотрите, прям чувак постарался. Даже клавиатуру все написал. А здесь у нас... Ай, почему я упал? Почему я умер? Да почему? Какого черта? Блин, какого хрена? Давайте мы, подождите, сейчас все это заново починим. Итак, друзья, ну все, я его починил. Давайте мы его теперь будем взрывать, друзья. То есть наша задача уничтожить этот ювелирный магазин, потому что это ювелирный магазин наших каких-нибудь конкурентов. То есть они забыли заплатить за крышу, лишь отказались платить. Ну, в общем, вы поняли. Короче, стреляем в окно. Блин, я думал... А, окно непрозрачное. Я думал, оно прозрачное. То есть там, видимо, стекла стоят. Так, хорошо. Подождите, давайте сейчас в главный прилавок стрельнем. Вот это нормально. Посмотрите, от прилавка, по-моему, ни хрена не осталось. Так, стреляем туда. Давайте вокруг еще постреляем. Походим вокруг, постреляем. Так, окно здесь. Да, там стекло, видите? То есть вот так вот. И можно еще один раз стрельнуть в эту дырку, которая образовалась. Так, хорошо-то как. И давайте еще сзади постреляем. А сзади что-то, смотрите-ка, не простреливается даже. Может, еще разок? Давайте-ка попробуем. Нет, смотрите, здесь все как-то слишком крепко сделано, потому что сзади не простреливается. Видимо, там какое-то главное хранилище, и они его слишком сильно, так сказать, уплотнили. А вот здесь уже получше ломается. Здесь уже ломается все получше. Так, тоже компьютер, давайте-ка мы его сломаем. Подожди, что он не ломается? А, вот так-то лучше. Или он еще не сломался, я не понял. Так, компьютер, ты что, дурак, что ли, не ломаешься-то? Кто тебе разрешил не ломаться, компьютер? Так. Ну, на самом деле, не так уж и сильно он ломается. Надо постараться. Вот так-то лучше. Давайте еще пару раз стрельнем и перейдем к следующему зданию. Так. Вот эту стену хочу сломать. Полностью. Она такая толстая. Вот так-то лучше. Да, ну все, в принципе, я думаю, получили по заслугам наши конкуренты. Давайте перейдем к следующему зданию, друзья. Итак, друзья, ну следующая построечка поистине грандиозная, она очень большая, хоть она называется Small Bank, то есть маленький банк, но она очень большая. Опять же, у нас продолжается тема Payday. ФПС-шка, как вы видите, проседает. Так, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, да, конечно, подлагивает, немножко подлагивает, конечно. Так, здесь у нас деньги какие-то, ну это типа как кассы, да? Ну, не кассы, как это называется? Ну, вы поняли, о чем я. Так, здесь это банкомат, из него деньги поупадали. Так, камера здесь есть. Вход прохибитит. Не знаю, что это значит. Так, здесь у нас тоже есть какой-то... Что это такое? Непонятно что. Тут почему-то нельзя сюда зайти. Так, ладно, пройдем сюда. Здесь офисы. Надо посмотреть, что там внутри. Так, офисы. Ну, там только тупо компьютеры, я понял. Подождите, а это, по-моему, тот же чувак делал. Клавиатуры, по-моему, такие же. Но это не точно. Но, скорее всего, это тот же чувачок делал. Так, здесь у нас кулер, можно попить водички. Здесь тоже камеры. Так, здесь у нас что? Менеджер Терри Маккант. Сейчас заглянем к нему. Здорово, ублюдок. Где бабки? Блин, залагало. Я умер. Подождите. Лучше выйти вот так, потому что можно что-нибудь сломать. Давайте мы посмотрим. Так. Дальше мы должны... Мы все не посмотрели. Так, а здесь главное хранилище. Оно, кстати, открывается. Это вот от того же разработчика, который делал, помните, где у нас серия с этим, с хранилищем. То есть там отдельно хранилище, а здесь вместе с банком. Понятно. Так, а здесь у нас что? А, здесь можно сесть и, типа, открывать этот хранилище. Но мы можем и так это делать. Смотрите, как оно медленно открывается. Ладно, давайте попробуем так зайти. А ты так просто не зайдешь. А, подождите, может надо... Может надо сесть туда? Сейчас попробуем. Чтобы открыть, нужно Alt
и PageUp нажать. Давайте попробуем. Alt, PageUp. Зажмем чуть-чуть, потому что я ничего не вижу. Так, все. Так, теперь давайте-ка мы Alt отожмем. Выйдем. Блин, нам надо опять внутрь зайти, друзья. Секунду. Тихо, не лагай. Тихо, не лагай. Да, постройка реально слишком большая, и мой компьютер ее немножко, как вы видите, не выдерживает. Но в целом смотрибельно. Так. Нет, не открыл. Давайте тогда вот так сделаем. Сделаем все проще. Так-то лучше. И что у нас здесь? Здесь куча всяких ячеек, в которых... Да, что-то лежит. Так, давайте-ка мы, подождите, давайте выйдем отсюда. Так, где выход? Вот выход. Так, блин, фига себе, тут двойная стена даже. Открой! Открой дверь! Говно. Так, ладно, мы можем, в принципе, вот так сделать. Да, меня засыпало теперь. Блин, дурак. Давайте, ладно, давайте выйдем через нормальный выход. Где этот нормальный выход? Да дай ты... Дай ты пройти. Ты что, дурак, что ли? Так, все, выходим. Смотрим, что у нас здесь еще есть. Ты-т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 ы. А вот это что за место? Что это такое? Как-то оно как будто отдельно стоит. Или мы тут были все-таки? Или это хранилище? А, ну это и есть хранилище. Потом, смотри, там еще сверху что-то. Давайте мы наверх запрыгнем. О, блин, круто. Смотрите, можно типа через верх так залезть. Достаточно круто. Ай, блин. Сделано. Так, давайте мы его обстреляем вокруг и перейдем, наверное, к следующей построечке. Так, перезаряжайся. Здесь есть какой-то выход, типа на парковку, задний вход. Теперь его нету. Точнее, наоборот, теперь он открыт всегда будет, чтобы удобно было. Так, а вот это что за место? О-о-о. Это похоже, кстати, тут... А, тут лестница какая-то. Тут был выход на крышу, видимо. Нифига себе. Неплохо. Ладно, друзья, вот такой вот, в общем, крутой банк. Я надеюсь, что вам эта построечка тоже понравилась. Давайте перейдем к следующей построечке. Итак, дорогие друзья, напишите в комментариях, что это за дом, чей это дом. Я думаю, вы все его узнали, я на это, по крайней мере, надеюсь. Честно говоря, я сам Симпсонов не особо смотрю, поэтому я не смогу, так сказать, в достоверности сказать, что похож этот дом очень или не очень похож, и внутри похоже ли все. Поэтому, так сказать, решать вам, друзья, пишите, похож ли этот дом на дом Симпсонов, либо он не похож. В общем, мы сейчас его осмотрим. И потом взорвем, естественно. Естественно, потом мы его взорвем. Так, это у нас... Так, я смогу так сделать? Да, хорошо. Даже там было не пройти. Здесь у нас камин, да, как я понял. Диван с камином с каким-то. Телевизор. Здесь он тоже диван. Здесь у нас там что-то лежит. Но это тоже печка какая-то. Так, здесь это музыкальный центр, насколько я понял. Но, по крайней мере, дом называется... House of Simpsons, то есть дом Симпсонов. По идее, это дом Симпсонов, друзья. Так что вы пишите все-таки, достоверная ли эта информация, либо меня обманули. Так, это мы все можем открывать, кстати, между прочим, сделано. То есть даже проделано все такое. Там что-то я нажал, не знаю. Здесь тоже все открывается. Так, холодильник. Естественно, холодильник открывается. Так, там мы что-то можем подобрать. Не знаю, что это, какая-то котлетка, возможно. Так, идем сюда. Здесь у нас что? Здесь у нас еще один телевизор. Так, здесь у нас что? Здесь непонятно что. Здесь как... А, ну это гараж, понятно. Это типа проход к гаражу. Так, идем сюда. Здесь у нас... Что это? Это, видимо, здесь красится. Но я точно не могу сказать, потому что я не знаток, еще раз вам повторяюсь. Так, давайте заберемся на второй этаж. Здесь у нас что? Здесь у нас кровать, естественно. Зеркальце. Всякие приблуды туда-сюда обратно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас закуток, где можно, так сказать, предаться утехам. Так, здесь у нас, насколько я могу судить, возможно, это детская комната, где живет эта мелкая девка. Не помню, как ее зовут, Мэгги или что-то в этом роде. Возможно, я не буду утверждать, здесь какой-нибудь Барт, небось, живет, но это не точно. Здесь туалет с ванной, то есть здесь мы можем с вами, так сказать, искупаться. Давайте заберемся на крышу. Что у нас на крыше? На крыше у нас, в принципе, ничего интересного. Так, давайте спустимся. Давайте откроем гараж. На самом деле, я думал, что она откроется по-другому, но так тоже неплохо. Давайте расхерачим дом Симпсонов, друзья. Я серию так и назову. Взорвал дом Симпсонов. Почему бы нет? Мне кажется, должно быть прикольно. Так, давай. Ломайся, дом. Я хочу посмотреть внутри. Хочу сделать вот здесь дверь. Хочу сделать здесь специальную дверь и взорвать. Так, кстати, смотрите-ка. Мы можем сделать вот так. Нет.
Вот так вот. Нет, подожди. Вот так вот. Оп. Оп. Так, давайте взорвем, ребята. Поддерживайте ласиком, чтобы я тут взорвал все более жестко, чтобы все взорвал здесь. Жалко, что он долго стреляет, конечно, перезаряжается. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, почти стена упала, почти стена упала. Еще немножко. Вот. Так, это у нас что? Это ванная, да, вроде бы? Но это не точно. Точно не могу сказать, потому что я уже не помню, с какой стороны у нас что. На! Крыша упала, это хорошо. Да, это там ванная. Неплохо, неплохо, ребят. Ломаем. Не стоим на месте. Вот так, хорошо. Так, я хочу целую вот эту несущую стену какую-нибудь убрать, чтобы весь этаж свалился. Ну, это, конечно, сложно будет, сложно, но постараться можно. Я ведь прав? Так, давайте с другой стороны теперь придем. Здесь, в принципе, уже нормально. Так, окно. Так, окно, я не понял, что ты не ломаешься, а? Окно, ты что, дурацкое, что ли? Вот. Так, вот сюда тоже можно стрельнуть разочек. На! Блин, не повезло Симпсонам, да, то, что я их дом так расфигачил. Но, как говорится, сами виноваты. Так, труба. Здесь камин, да, здесь, видимо, главный камин, который согревает весь их дом. Ох, смотрите, давайте попробуем трубу уронить вот эту. Во! Вот это хорошо было, это было хорошо. Все, теперь не согреться зимой. Потому что, ну, как видим, куча дырок в доме и нет камина, ребята. Ну вы что? Так не согреться, так. Главный вход. О, давайте лестницу еще раз фигачим. На! Минус лестница. Все наверх теперь подняться. Так, это что? Не, как-то слабовато. Давайте еще разочек, друзья. Вот! Теперь лучше. Так, у кого комната еще цела? Вот какой-то телевизор. Был. Так, давайте пройдем. Так, вот это что? Кухню надо расфигачить, точно. Вы что? Кухня это самое главное. Блин, я сам себя расфигачил. Так, ладно, друзья, я думаю, пора перестать мучить дом Симпсонов. Давайте перезарядимся. Ну, последний разочек стрельнем, так сказать. Праздничный салют. Вот, так-то хорошо. Ну все, друзья, я думаю, на этом можно закончить. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте большущие пальцы вверх, пишите какие-то свои комментарии. И новая серия по Брик Рикс не заставит себя долго ждать.